Представители Минтруда выступили с инициативой сделать прожиточный минимум россиян равным 11 468 рублям во втором квартале 2020 года. Инициативу поддержали представители Минэкономразвития России. Предполагается, что прожиточный минимум трудоспособных граждан вырастет на 661 рубль до 12 392 рублей. В то же время для пенсионеров эта сумма вырастет на 478 рублей и будет равна 9422 рублям. Максимально увеличит стоимостную величину для детей на 702 рубля. О том, какие еще экономические показатели вырастут во втором квартале 2020 года, читайте в наших новостях.